В этот прекрасный день мы хотели бы поздравить нашего благородного Дона, глубоко уважаемого директора нашей скромной компании. Порой он бывает молчалив и серьезен, а порой отжигает, как Гарик Харламов. Но самое главное, что именно он внес неоценимый и большой вклад в развитие компании «Печерский Шрот». Именно он сам находил поставщиков и покупателей по всему миру и за свою карьеру побывал в портах всех континентов. А кажется, только вчера мы отмечали успешное закрытие первой сделки с чилийцами. И пусть сейчас наши филиалы только в Самаре и Петербурге, но мы убеждены, что они будут только множиться. Верим, что близится тот день, когда откроется наш первый офис в Сингапуре, и очередь из партнеров будет как за новыми айфонами. А Евгению Васильевичу, без которого это все было бы невозможно, пламенные поздравления и пожелания долгих лет жизни от нашего коллектива. Как говорят наши чилийские коллеги, снучи-бучи, мистер Лопатин. С днем рождения!